Семейная пара пригласила имама на ифтар. Они хорошо поужинали, но когда имам ушел, жена заметила, что деньги, которые она оставляла на подоконнике, что их уже нет. Других гостей дома не было, поэтому семейная пара подумала на имама, но сказать ему об этом постеснялась. Через год мужчина вновь пригласил того же имама на ифтар. Дома мужчина сказал: «Когда вы были у нас в гостях, у нас пропала крупная сумма денег». Тогда имам заплакал. Мужчина печально сказал: «Извините, я не хотел вас обидеть». Тогда печальный имам ответил: «Я плачу не из-за того, что вы меня подозреваете. В прошлый раз сквозняком открылось окно, и все деньги разлетелись по комнате. Я собрал их и убрал от Корана. Я плачу из-за того, что в этом доме Коран за год не читался ни разу.